Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске завораживающий экшен, летающие овцы, сказочная аркада, космический Tower Defense, аркада вне закона. И впервые в нашем выпуске трэша-трэша. Знаю, я слишком часто говорю, что что-то круто. Но, чувак, Hellraid The Escape — это реально круто. Перед тобой потрясающая адвенчура, переполненная пыточным инструментарием, уродливыми монстрами, пробирающим до костей ужасом и ощущением безнадёги. Твоя задача — выжить, преодолев каждую комнату и разгадав все загадки на твоем пути. Ну как выжить? Ты уже мертв. В Hellraid каждая головоломка интереснее предыдущей, каждая тварь умнее прежней. Hellraid стирает границы мобильных и ПК-игр грёбаной полировочной машиной. Вы когда-нибудь пускали овец из катапульты, сделанной из трусов? Нет? Если нет, то Шипстак предоставит тебе именно такую возможность. Тебе предстоит запускать легион овец, выстраивая из них целую Вавилонскую башню, дабы добраться до запретного плода в виде глазурованных пончиков. Одно неверное движение, и все пойдет овце под хвост. The Box Troll Slide and Sneak — это сказочно красивый раннер, созданный по сюжету одноименного мультфильма. Вам предстоит помочь троллям из коробок разыскать своих друзей, собирая по пути шестеренки. Ты побываешь в 4 локациях с 30 захватывающими уровнями, на каждом из которых тебя будут поджидать ловушки и охотники на троллей. Я понимаю, игр по Звездным Войнам сейчас хоть жопой жуй, но Star Wars Galactic Defense — это качественный Tower Defense, над которым трудилось немало людей. В игре красивый дизайн локаций, 3D-графика и удобный геймплей. Выбрав, как всегда, одну из двух сторон, ты сможешь пройти две независимые кампании, каждая из которой отличается строениями, юнитами, героями и сюжетом. Thief Lupin 2 — это сиквел аркады про непревзойденного воришку по имени Люпин. Бегая по замку Дракулы или пирамидам мумий, мы будем воровать драгоценности, уворачиваясь от смертоносных ловушек и сражаясь с боссами. В игре забавные шутки, огромная кастомизация, 5 миров, 150 уровней и целых 5 игровых персонажей с уникальными способностями. Ну и напоследок, впервые в нашем обзоре, 6-я, самая трэшевая игра трэша. Counter-Strike Cell — это суровый экшен от первого лица, который обещает понравиться всем фанатам Контры и Left 4 Dead. Ну как, нравится? Нет? Да потому что это все равно, что посоветовать Бибера всем любителям Фредди Меркури. По сюжету смертоносный вирус охватил всю планету, превратив людей в картонных 2D-зомби. Размахивая топором и стреляя из разного типа огнестрелки, ты будешь пытаться отстрелить кусок картона от надвигающейся мишени. По-другому это не назовешь. Бумажные зомби будут преследовать тебя везде. От них не скрыться даже под полигонами воды и камней. Хотя, казалось бы, внутри камней должно было быть безопасно. Тебя ждет настоящий олдген с нереальными зомби и самым посредственным сюжетом в твоей жизни. А на этом у меня все. Если ты хочешь видеть продолжение трэш-выпусков, пиши в комментариях. И не забудь скачать и поставить лайк, если ты настоящий мужик. Будь мужиком, бля. Это был обзор от Mob.ua, и я трэш.